Детский сад на 380 воспитанников в селе Лайково появится благодаря Фонду развития территорий в рамках обязательств обанкротившегося застройщика. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов регулярно инспектирует строительную площадку. Возведение столь важного социального объекта находится на контроле администрации. В мае месяце у нас будут сданы 12 домов. Ну а вторым этапом, когда дольщики заселяются, следовательно, что нужны объекты социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, поликлиники. И, наконец, сегодня мы видим, что уже начато строительство детского сада. Строительство проходит в соответствии с графиком. Завершены подготовительные работы монолитных конструкций, выполнена плита первого этажа. На уровне второго ведется армирование монолита. На площадке задействованы 60 рабочих и 3 единицы техники. У нас никаких проблем пока по оборудованию нет. Общая площадь здания составит 5100 квадратных метров. В нем разместят 16 групп, физкультурные и музыкальные залы, кабинеты для кружков, медицинский блок, классы для работы с психологом и логопедом. Прилегающую территорию благоустроят. Здесь появятся площадки с навесами, спортивные и игровые пространства. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в октябре 2023 года, после чего его передадут на баланс муниципалитету. Помимо детского сада, 1 сентября 2025 года в Лайкове также предусмотрено строительство школы на 1100 мест. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».